Саида приехала из Томска, поступила на первый курс аграрного университета, специальность «Лесное дело». На новом месте отучилась пока только месяц, но уже очевидно, сделала правильный выбор. Мне очень нравится, мне понравятся наши преподаватели, а моя группа, она просто замечательная. Например, преподаватель у нас есть по черчению, и у меня в школе не было черчения, и то есть это так доступно, все объясняется, что ну, я не пожалела то, что я сюда пришла. Новосибирский аграрный университет – вуз с многолетней историей. Здесь свои правила и традиции. Посвящение в первокурснике принято праздновать с размахом. Новую смену старшекурсники встречают караваем и дарят одну на всех зачетку с отметкой «Отлично». Это пожелание, чтобы таких записей было побольше. Ну и, конечно, ребят поздравляют почетные гости. Это руководители крупных предприятий области. Все они выходцы из стен этого университета. Напутствие дает и ректор. Конечно, им подсказали родители, им подсказали друзья, но я очень хочу надеяться, чтобы они никогда об этом не пожалели. Ну а мы со своей стороны постараемся в эти молодые души вложить знания, мы постараемся в эти молодые души, в эти молодые головы вбить самое доброе, самое хорошее, то, что есть в нашем университете, то, что мы сохранили через все эти годы и продолжаем успешно готовить кадров. 3600 человек. Такую команду набрали в этом году на очное и заочное отделение. Кроме лекций и экзаменов, ребят ждет насыщенная внеучебная деятельность. В университете действует множество кружков и секций. Спорт, художественная самодеятельность, театральное мастерство. Каждый может выбрать занятия по интересам. А отличников и активистов ждет еще и финансовая поддержка в виде стипендий и грантов. Так что впереди у сегодняшних первокурсников нелегкие, но в то же время самые интересные и насыщенные годы обучения.